Всем привет, друзья! Хочу рассказать вам важную новость. Новость эта будет интересна тем, кто совершает покупки на зарубежных интернет-сайтах, ну, таких как AliExpress, GearBest, eBay и так далее. Ну, либо для тех, кто еще не совершал покупок на этих интернет-сайтах, но планирует это сделать. Вот. Так вот, наше российское правительство собирается с 1 июля 2018 года существенно снизить порог беспошлинного ввоза товаров с нынешних 1000 евро до 20 евро. Если сделать запрос в Яндексе о беспошлинной торговле 1 июля 2018, то тут достаточно много сразу появится ссылок. На этой неделе новость была, можно сказать, топовой новостью, потому что, видимо, коснется очень многих людей. Ну, наконец-то можно сказать, что наше правительство решило навести порядок с этим Алиэкспрессом, а то как-то получается странно, что телефон Xiaomi на Алиэкспресс получается заказать дешевле на несколько тысяч, чем купить его в нашем интернет-магазине официальном российском, или просто в обычном магазине российском он стоит на несколько тысяч дороже. Так что, видимо, эти несколько тысяч они оставили, не могли не оставить равнодушными наше правительство. Вот, собственно говоря, эти несколько тысяч они и были определяющими для людей, которые заказывают на AliExpress. Так что, друзья, торопитесь, до 1 июля еще можно совершить какие-то покупки, которые вы хотели совершить, но не решались, потому что после 1 июля это будет значительно дороже и уже, наверное, невыгодно. От себя хочу добавить, что если кому-то кажется, что, например, AliExpress — это такая барахолка китайская, на которой, значит, продают дешевое и некачественное какое-то барахло, то это совершенно не так. На AliExpress можно найти товар абсолютно на любую ценовую категорию. Вот, например, лыжный костюм почти за 9000 рублей. Да? Или, например, какую-нибудь куртку за 1000 рублей. Вот. Но, как и везде, цена — это мерило качества. И чем качественнее вещь, тем она дороже. Вот. На AliExpress можно купить очень качественные вещи и по достаточно привлекательной цене. Вот. Мне лично тайские вещи очень нравятся. То, что у нас продают в магазинах под китайским брендом, зачастую шьются у нас же в России на каких-нибудь подпольных фабриках. Вот. Тогда как китайцы все-таки это люди, которые хорошее производство, заводское производство у себя организовали. Так что качество, лично мне, вот сколько я покупал товаров, в 98-99% случаев качеством я всегда был доволен. Вот. Ну а естественно, если это сейчас повысит на 20-30%, конечно,
товары на AliExpress уже утратят такую свою привлекательность. Вот. Так что покупайте, друзья. Еще есть несколько месяцев, чтобы заказать себе какой-нибудь китайский телефончик. Тот же Xiaomi, например. У меня на канале есть обзор на телефон Xiaomi, который я купил на сайте AliExpress. Отличная машина, работает прекрасно. По мощности вполне сопоставим с iPhone. Вот, а стоит в разы дешевле. Так что, друзья, вот такая новость. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Спасибо всем за внимание. Всем пока.